Я абсолютно не ожидала, что их удостоит такой награды. Вы принимали участие вообще когда-нибудь в «Золотом якоре»? В принципе, один раз, да. Побеждали? Нет. Нет? Я победил в двух других конкурсах, но «Золотого якоря» мне тогда не дали, к сожалению. Вот так вот. Ну, зато сейчас. Ну, а вы сколько будете, вообще, ходите на теплоходах, отдыхаете? У меня юбилейный, 5-й год. Вот так вот, аплодисменты. Вы что, закоренелый турист? Отдыхает на теплоходы, хорошо. У вас сегодня есть такая возможность получить «Золотой якорь». Но перед тем, как мы его вам вручим, поделитесь, как вам отдых. Если все, ведь познается в сравнении, если уже 5-й, может быть, с чем-то сравнили уже. Есть какие-то плюсы, минусы? Вы знаете, это просто по-другому. Вот по-другому, и мне просто хотелось принять участие в «Где я успею», конечно.